Давай, обувайся, котик, обувайся. На все маленькие кепки. Да, они не маленькие, их же можно поднастроить. Что не маленькие? Они маленькие, но нет. Да. Ну, пошли, Афонька уже на улице. Давай. Сегодня завтракаем рисом от плова. Он очень вкусный, иногда мы его не доедаем и выкидываем собачки, но вот этот именно почему-то получился очень-очень вкусный. Кофе, помидорки. Так, ну что, я сейчас сижу за компьютером, скачались тут у меня видео 4 штучки. Мы сейчас их будем смотреть на телевизоре. Флешку сейчас с Фаберлика, кстати, флешка. Вот, можно ее заказать в Фаберлике. По-моему, были еще, когда я видела, на 4 гигабайта, не очень дорогая, но такая стильненькая, как будто маленькая губная помада розовая и колпачок такой же розовый. Вот, скачала здесь какую-то программку, вообще погуглить можно, это вот видео Лёни Агроном называется, заметки Лёни, заметки агронома, вот. Как его канал называется, такой прикольный корейчик, тут тоже про теплицы снимает, родители хотят посмотреть его видео. И мы их скачиваем. Здесь, получается, появляется вот такая вот стрелочка, кнопочка «Скачать». Можно выбрать в любом качестве. Вот. Получше качество, либо чуть похуже. И скачалось 4 видео. Сейчас мы его на флешку скидываем. Эти видео. Так, я все это закрываю. Да, и, в общем, пока скидываю, сейчас расскажу. Вот эта вот штука нам как раз помогает, как это, усилитель сигнала, что ли. Она у нас почему-то не работает по своему прямому назначению. Просто так даже антенна лучше показывает, чем с вот этим усилителем. Чего-то там она не усиливает. Мы сначала хотели вернуть, но потом поняли, что она нам помогает. Там есть вход для флешки, то есть USB, это гнездо, в которое мы вставляем флешку, и с флешки можем смотреть видео на обычном этом старом большом телевизоре. То есть я скачиваю видео, загружаю их, копирую на флешку, все, и мы их смотрим на обычном телевизоре. Это большой плюс, потому что у родителей сейчас нет времени за компьютером сидеть. Вот. И они говорят мне, у кого там, у какого-то блогера, они хотели бы посмотреть, какое видео, я все копирую, и все, и будет нам счастье. Вот, так что сейчас копирую видео, и пойдем смотреть, и вязать одновременно. Так, 7 и 7. 7 и 7, 49. 7 и 6. 7 и 6, сейчас... Быстрее. 42. 5,5. А! Нет, ты тоже лишний. Нет, 5,5. Это самая легкая в таблице. 2×2 — 4 и 5,5. Тоже самое. Стой. Это 25. Угу. Молодец. Вашка меня на 4 спрашивала. Я такой, а вот это уже лишний. Вот, да? Все повторять надо, сынок. Давай, иди пиши. Ты ручку смешал, ты нашел? Ничего страшного. Иди теперь пиши, сына. Я ручку не нашел. Да ладно, буду карандашом. Да я сейчас тебе... Так, ну что, щавелек у нас уже, Петрушечка. Сейчас будем вставлять флешку в эту штуку. Вот это. Ты сейчас, как видимо... Ну да, ну я флешку вставлю. В общем, вот это сама... Как это? Усилитель сигнала. Не знаю, как он там правильно называется. И вот гнездо для USB, для флешечки. Так, и нам теперь что? Остается только на телевизоре включить AV2. Она здесь тюльпанами крепится, и включать уже флешку. Будем смотреть Лёню Агроном. Так, все, вяжем. Обед, сынок. Я там еще не все дописала. Да? Так, у нас сегодня на обед все родители у нас обедают. И мы, в общем-то, 5 человек все равно. Борщ будем доедать и хлеб с маслом, и компот только сварили. Ждем теперь папу, да, сына, и будем тушить. Так, мы уже пообедали, я буду замораживать морковку, вот уже одну мисочку переделала, вот такую вот, 2 пакетика получилось. Сейчас еще на Насере, да, Насере, на вот этой вот самой маленькой насадке, самые маленькие кубики, длинненькую морковку я сюда вот так вот ставлю, все. И она там уже полосочками получается такими.
который не содержит воды и благодаря сухому растению. Вот. И вот так вот все это замораживается, и потом, когда нужно быстренько приготовить суп или потушить мясо, очень удобно. Так, все 4 пакета отправляются в морозилку. Так, у нас сейчас перекус на рабочем месте. Это арбуз. Я тут половину порезала. Он огромный был. Что сыну, ты хочешь? Печенье. Сына, да, это у меня. Расскажи, как ты там в садике? Плакал сегодня или нет? Не плакал, пап? А как ты его забирал? Хорошо? А там где плакал? А вы у меня? Что там? Лавка. Лавка там? Да, я посмотрю. А у тебя как дела? Здрасте. Все хорошо? Так, ручки мыть, давайте макарончики с салатиком. Будете? Да! Ты будешь, сына? А сосиски? Сосисок нет, просто макароны и салат на ужин. Я хочу сосиски. Ну, сосиски в следующий раз. Завтра. Ну, не знаю, я подумаю, ладно? Я папе напомню. Да, насчет. Все, мы сейчас будем кушать. Можно мне компотик? Да. Компотик. Да уже спокойной ночи. Кушать и спать, да? Мне еще на карате сходить. Да, нет, я не порезала. Ты думаешь, что надо? Компот, сейчас я дам компот. Так, мы дома. Приехали с тренировки. А калитку не надо закрывать, а? Закрывай калитку и выпускайте Рекса. И ты, слушай, тут на камере вообще так темно, хотя еще на самом деле нормально. Давай я высыплю. Так, у нас тут целая гора мяса, это домашняя курочка. Сейчас буду все разбирать по пакетам. Сержуня мне все поразделывал. Грудки отдельно. Что здесь? Да здесь ужас вообще, сейчас буду разбираться. Так, ну все, мяско я распределила. Здесь все для супа. Просто отдельно хребетики. И отдельно еще здесь пупки и шейки. И здесь тоже. Печень. У нас было 5 куриц, то есть 5 печеночек и 5 сердечек. Отдельно будем делать пюре с печенью. Вот. И здесь все. 2 пакета с... Как это называется? Квадратики, в общем, ножи. А, бедрышки, да? 2 с бедрышками, 1 с голенями, 1 с крылышками. И грудки. Здесь получается 5 пакетиков по 2 тележки. Вот, так что вот это все добро сейчас пойдет в морозилку. Как его распределить, если я его не подписывала? В верхний ящик я кладу все для супа, то есть это первое. И во второй ящик все кладу для второго, это второе. Вот, просто положить по отдельным ящикам. Так, у меня тут увлекательное занятие сейчас будет — мыть посуду. Сначала разложить все чистую, помытую, и потом помыть, и все, и можно спать. Чего-то еще не купили никак, вернее, не купим никак. Таблетки для посудомойки. Но мне приходило сообщение, что в Сангистиле когда-то скидки. Надо будет заехать. С 3 по 5, короче, там скидки. Так что надо заехать купить. Так, ну что я сейчас делаю? 12 часов ночи, все легли спать. Я все здесь перемыла, перечистила, плиту помыла. И сейчас напекла пряников. На еще один букет пряничный. Вот, будут цветочки, бабочки разные и сердечки. Это потом покажу для чего. С дышечкой. Догадайтесь сами, в общем, погуглите. Но я потом вам покажу. Вот такие вот будут большие сердечки. Это для надписи «С днем рождения» или... Ну да, наверное, так будет. Листики, большие цветочки. Такие вот маленькие цветочки. Две партии пекла пряников. Одни вот эти потемнее пекла 200 градусов 10 минут. И вторые вот эти вот, которые немножко посветлее, они 180 градусов 10 минут. Могу сказать, что те долго остаются мягкими. Причем очень долго. Вот, все прям спрашивают рецепт. В этот раз неудобно было делать тесто тогда, когда на плите, когда Сержуня здесь резал мясо. Занимать было вообще неудобно. Сейчас найду, где мой записной блокнотик. Опять вам покажу в записанном виде тесто. Если хотите, то давайте в Инстаграме в прямом эфире его приготовим. Готовится очень просто. Вообще прям очень просто.
Сейчас я его открою. Тут в этом моем блокнотике из Фикспресса самый первый рецепт. Вот он. Тульский пряник называется. Не знаю, почему так, но почему-то так. В общем... Я надеюсь, все видно. Что я делаю? Стакан сахара, 2 яйца, сливочное масло или маргарин. Тут уж кто на что горазд, я использую сливочное масло. Первый самый раз делаю на маргарине. 100 грамм, мед 2-3 столовые ложки, мука 3 стакана, корица и разрыхлитель. Я использую соду, чайную ложку. Можно гасить. Кто-то мне писал, что мука гасит. То есть я пробовала, да, действительно реакция идет. То есть, ой, мед гасит соду, поэтому, да, я пробовала просто чайную ложку соды. Разрыхлителя кладу 1 пакетик, если что. Водяная баня. На водяную баню я добавляю 100 грамм, получается, сливочного масла, 2-3 столовые ложки меда, корицу, 2 яйца и сахар. Корицы по вкусу. Любите корицу? Немножечко побольше. Не любите? Можно вообще не ложить, просто будет медовый пряник. Вот, когда вот эта вот вся смесь на водяной бане, то есть нужно смотреть именно на маргарин, ну, на сливочное масло, да, как только оно растворится, превратится, и сахар, все вот это вот будет однородная консистенция у этого всего, сразу снимать, потому что здесь мед, его ни в коем случае не кипятить и даже не до горячего, то есть все становится теплым, и все помешивая, то есть... до полного растворения, до однородной такой коричневой массы. Все, снять с огня, добавить муку. Я вначале добавляю разрыхлитель, либо соду. Реакция идет. Прям все там активно бурлит, бурлит. И потом я всыпаю муку 3 стакана. Вымешиваю тесто. Оно достаточно мягкое. Кладу его в холодильник. И через пару часов можно уже печь пряники. Вот, так что... Стоит ли делать прямой эфир в Инстаграме? Честно, в Ютубе бы сделала прямой эфир, но мне неудобно с телефона заходить, потому что в телефоне в моем по каким-то причинам нет прямого эфира. В Сижунином телефоне есть. Я почитала на Ютубе, почему нет прямого эфира, потому что там какая-то версия Android у меня устаревшая. Так что... Но есть прямой эфир в Инстаграме, так что... Если хотите... то там приготовим, вообще это секундное дело, прям, я не знаю, может быть, даже минут 10. Главное подготовить все ингредиенты и потом просто их все закидывать. Вот, так что прянички мои остывают, завтра их будем расписывать, так что обязательно приходите ко мне завтра в гости. Вот, будем готовить глазурь белковую. Да, почитала, кстати, что яйца нужно, я готовила на вымытых яйцах, да, но ни в чем их не замачивала. Нужно замачивать яйца в таком не слабом растворе соды, а в таком нормальном растворе соды, но я еще точно пропорции уточню. Завтра замочу обязательно яйца, потому что все эти истории с проблемами с яйцами, со всеми этими болезнями, мне кажется, вообще не айс. Вот. Так что всем до завтра. Увидимся с вами. Пока. All the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own.